Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что ничего нет случайного. Если получается то, что получается, то, что вы описываете, то, вероятно, поскольку это получилось, ваше состояние, возможно, не являлось тем, кем вы себе его представляли, тем, чем вы себе его представляли. И, может быть, это сложно признать, но чем быстрее вы это сделаете, чем быстрее вы признаете то, что то, какая вы были, например. Вы были не идеальны в этом смысле. Не в смысле, что вы плохая, а в смысле, что, ну, ваша позиция была с определенными изъянами. Вот, тем быстрее вы сможете двигаться дальше. Итак, я не понимаю, как себя реанимировать. У меня нет сил. Все выходные грезило, что меня взяли на работу в одно классное место. Моя мечта. И что вы думаете, мне позвонил работодатель с этого места уже поздно вечером. Приходи, мол, мы на тебя посмотрим. Я взяла и отказалась. Почему? Я не готова. У меня куча страхов, не уверена в себе, в своих силах. Хотя еще 5 лет назад для меня ничего не было невозможного. Я была как танк. Первая к своей цели до последнего была весела, соглашалась на любые авантюры. Что случилось? Влюбилась, мужчина оказался тираном, манипулятором, подавлял меня жутко. Привил комплексы, которых сроду не было, сейчас ощущаю себя какой-то неполноценной. Как мне выйти из этого состояния, как мне помочь самой себе? Снова стать зажигалкой, уверенным в себе. После разрыва с ним 2 года себя восстанавливала. Лечилась, уколы, таблетки на нервной почве, появились болезни, которых раньше никогда не было, даже намека на эту болезнь. Наверное, с полгода я только высыпал. Сон был по 12 часов, организм приходил в себя от постоянного стресса. Потом стал заниматься зарядкой, йогой, медитацией, правильное питание, овощи, фрукты, витамины. Как еще себе помочь? Посоветуйте, пожалуйста, может, техники специальные есть. Ну, обратите внимание, вы не рассматриваете здесь для себя возможность психотерапии почему-то. Вот, все как-то говорить о том, чтобы помочь себе самой. Вот, почему вы вообще считаете, что вот в данном случае, почему вы считаете, что в данном случае можно себе помочь. Ну, вообще. Вот. То есть, почему вы как-то вот, ну, не допускаете того факта, что вы себе, может быть, не сможете помочь. Не потому, что с вами что-то не так. Например. А просто потому, что есть вот такие вещи, есть такие моменты, есть такие проблемы,
которых человек сам себе помочь не может. Вот. Не способен сам себе помочь. Вот. Поэтому вот как бы первое, на что вот хочется обратить ваше внимание, да, это вот именно как раз вот на то, что ну, почему-то вы не рассматриваете для себя возможность именно вот ну, психотерапию. Вот. Это первое. Вот. А второе, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы, когда говорите про то, что вы отказались от предложения по работе, вот, вы как будто бы ожидали другого от себя, да? Почему-то. То есть вот у вас как бы, ну, есть определенная ситуация, в которой вы оказались, ну, по ряду причин, неважно, неважно, какие это причины сейчас, вы оказались в этой ситуации. И, ну, как бы, почему-то вы ожидали от себя, что у вас получится, ну, что вы согласитесь на работу, короче говоря. И вопрос, который у меня к вам есть, он заключается именно в том, почему вы так решили. Вот. Ну, то есть, как бы, с чего вы так решили? Вот. Что, как бы, что указывало на то, что вы согласитесь. Дальше. То, что вы описываете, да? То, что вы описываете. И по поводу того, что вы были как танк, пёрли к своей цели. И по поводу того, что вы влюбились, и у вас, значит, появился вот как раз тиран. Мужчина, который вас подавлял и привил комплексы. На мой взгляд, все это следствие в определенной степени вашей невнимательности к себе. Как мне кажется. То есть вы невнимательны к себе. Вот. Потому что этот товарищ, этот человек, который вас вот к себе, ну, вас подчинил, как вы говорите, он подчинил вас не просто так. Да, в данном случае. Вот. Он подчинил вас именно потому, что у вас уже
были какие-то предпосылки к этому. Вот. Понимаете, да? Какая ссора? Вот, так вот, я могу вам ответить. Зачастую это проблемы с самооценкой. Зачастую это потребность в том, чтобы быть с кем-то, то есть, как бы быть кем-то, ну вот, когда вы описываете себя как танка, да, это все сама, все как бы через чур сама, но в глубине души, да, вы как бы вот хотите на кого-то опереться. И значит, ну вот вопрос как бы заключается в том, да, что вы себе вот этого ну, как бы не позволяете. И появился кто-то, вы значит, как бы на этого человека вот возложили то, что вам хочется. Вот. Поэтому есть ваш, ну, как бы, есть часть вашей личности, вот, которую вы подавляете. Вот. И отрицаете, продолжаете это делать сейчас. Вот. Вы продолжаете это делать сейчас. Отрицать часть своей, как бы, ну, личности, к сожалению. Вот. Такую вот, немножечко более слабую, чем ту, которую вы привыкли себе замечать. Вот такая вот история. Соответственно, психотерапия заключается в том, чтобы вы не были и не танком, таким, каким вы были. Потому что именно в этом состоянии вы попались к этому мужчине. И именно это состояние привело к тому, что вы вынуждены были восстанавливаться. Вот. И чтобы вы не были, конечно же, такой, вот как сейчас, да, такой, может быть, робкой, может быть, неуверенной в себе, застенчивой, да, вот. Но не очень хорошая идея, когда условно говоря, вас вот как-то вот ну, мотает из стороны как бы в сторону. Вот. Понимаете? Вот. Вот ничего хорошего в этом нет.
И задача психотерапевта вот, будет как раз в том и заключаться, чтобы вам как-то вот уравновесить, да, немножечко сбалансировать вот части вашей личности. Части вашей личности, которые сейчас как бы вот несколько борются ну, как бы друг другу. Вот. Поэтому здесь вопрос не медитации, здесь вопрос не как бы ну, советов каких-то, да. Вот, а здесь вопрос именно вот психотерапии. Вот. Именно вопрос как бы вашей психотерапии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи!